Так, ребятки, получается, что у нас тут? Появился новый вендор, у которого есть маунты, значит, да? Всякие разнообразные баночки, что-то. Вот, можно понакупать. Сейчас попробуем сделать на него квесты какие-то. Получить валюту местную новенькую. Посетить любого из странствующих торговца картеля, межпространственных дельцов. Ну-ка. Хочу знать местоположение странствующего продавца. Ну-ка. За 10 золотых мне сейчас его скажут, да? И где он находится, мне его не сказали, да? Не понял сейчас момента. Ну-ка, в чат. Мертвая земля. Больные растения, нежить, все, чем наследили в восточных чумных землях. Место не очень приятное, зато много нуждающихся в наших товарах, как рыцарь северного авангарда, так и простой люд. Так, ребята, мне у вас в восточные чумные земли идти. Как туда попасть быстрее всего? А ну-ка, чат. А ну-ка, скайп, как в восточные чумные земли попасть, если ты не ДК? Я играю за паладина, играю за ренегата. Если играю за ренегата, я могу туда телепортироваться. Через телепорт Каэрдеру, вроде бы, или как он там назывался. Не помню название этого телепорта, сейчас мы его найдем как раз. Так, мне нужно Восточное Королевство, мне нужно Каэрдеру. Надеюсь, хождение по воде со мной. А что у меня? С гридом, ой, с гридом, комбуктором. Хождение по воде. Хождения нету, да? Понял, принял. Хождение. А ну, ребят, сейчас хождение найдем. Вот сюда, пожалуйста. Дай ко мне хождение. Сейчас мы по воде пройдемся. Найдем, что нам надо. А ты скайп уже, я так понял, пофармил, да? И что, много таких монеток можно в день отфармить? Там есть какой-то лимит или нету его? 3 квеста по 2 штуки за квест. Это в день, да? То есть 6 получается. Хорошо. Еще можно за голду квест давать 5 раз в день. За 1, 2, 3, 4, 5. Нифига себе. Ну, наверное, косарь 2 косаря можно потратить, но 3-4-5 это, наверное, перебор будет. Ну, в принципе, это неплохо. Они придумали, чтобы выводить голду из игры. Это неплохая идея, действительно. Квест дали Восточная Чумная Земля, точнее, найти любого из странствующих торговцев на данный момент. И меня отправили в Восточная Чумная Земля за этим торговцем. Вот, а я его сейчас буду искать как раз-таки. Как делал квест, торговец был грозовой градиент. А где именно грозовой градиент появляется? То есть, где на этой карте? Как я вспоминаю, в Ледяной Короне он был в гавани Натиска. Там, где замок был. А если здесь, то где? Надеюсь, я проснусь. О, кстати, а вот и торговец. А вот и торговец. Ема, у него делики, слушай. Отдал. Еще 2000 золотых. Нифига себе. Так, поставки. Доставьте 8 зачарованных грибов Лесину в Долоран. Хорошо. Важная встреча. Принесите Элисандру церемониальный наряд эфириалов. И забрать все до останка. Хорошо. Ну, косарь голды сдавать, не сдавать. Да ладно, сдам. Косарь пофигу. За очки доблести также могу купить какой-то хлам. Вот маунты за очки доблести, которые есть. Лянь, какой рогатый, какой синий. Лянь, пантерка. Хорошо, хорошо. Лянь, слоны, черепаха, кстати, лянь какая. Интересно, она ходит по воде? Наверное, нет. Скорее всего, не ходит. Ну, черепаху можно выявить Низин Шазар. Скорпион какой синий, лянь на него. Так, персональное получение. Вот, ящерка, она не персональная. Вот, ракета персональная. За сколько? 200 тысяч? Вы что, совсем больные, что ли? Прогулочная ракета. Погулять не хотите? Прогулочная ракета. Тьфу. Это что такое? Что за фиолетовый... Хрен пойми что. Он десятку стоит. Поводья. А ну-ка, какие из них боешные? Ну-ка, ну-ка. Вот это боешная. Вот это вот. За десятку? Та, ну нафиг. За 500 золотых можно вот это купить. Чисто. Кря. Как делики-то делать? Важная встреча. Принесите Элисандру церемониальный наряд эфириалов. Это в Долоран, да? Хорошо. Не хочешь ли ты помочь одному занятому и очень ограниченному по времени эфириалу? Когда-то давно я заключил контракт с Элисандром из Долорана. На поставку для него шикарных официальных и праздничных нарядов. Так, Элисандром, да? Здорово. Ну, здрасте. Чисто приехали, здорово. До каких целей, не знаю, но контракт расстрогать не хочется. И вот так, незадача. Вот в этот раз ни один из моих курьеров не доступен.
А сам я заняться этим не могу, сама понимаешь. Сегодня здесь торгуем, завтра на другом конце Азерота. Благо, наряд я уже нашел. Тебе его нужно лишь забрать и доставить Элисандру. И оплатить, разумеется. Хорошо, это мне придется в Долоран пойти. Найти Элисандра, я так понимаю. И купить у нее наряд. Хорошо, едем дальше. Приветствую, паладин. Ты уже слышала об эпиксидовых кристаллах, о крупицах удивительной силы. Что они несут в себе? О чем ты, скорее всего, не слышала? Так это о том, что звуки определенной частоты полностью раскрывают эти крупицы силы. Оживляя кристалл, и чем древнее кристалл, тем сильнее резонирующий эффект. Я заключил контракт на поставки их энергии. Так что твоя помощь будет более чем кстати. Самый действенный способ сбора энергии эпиксидов – забрать их у тех, кто существовал среди них множество лет и впитал в себя их эссенцию через поедание. Звучит жестоко, но это работает. Держи. Что держать? Я вон и протыкал. Держи экстрактор эпиксидовой энергии. Вооружившись им, ты не сможешь. А ты сможешь выделить энергию, которая столетиями пропитывала камнедеров на горе смерчей. Что в Острогоре. Будь осторожна. Несмотря на древность, они яростные и беспощадные по сей день. Когда добудешь необходимое количество энергии, отнеси ее Огру Кронку, которого сможешь найти в Агриле. Об оплате не волнуйся, мы ее уже получили. Ну и тебе достанется небольшой процент. Хорошо. Так, мне нужно в Острогорье и дальше. Дальше, последний квест. Привет тебе, паладин. Да, ты правильно поняла, у меня для тебя есть работенка. На сегодня у нас запланирована доставка сырья в сырную лавку. Нет, ты не ослышалась. В роли сырья выступают зачарованные грибы. Так вот. Пропитанные маной. Собственно, это единственная причина, почему за таким пустяком обратилась именно к нам. Грибы с подобной концентрацией магической энергии растут только в одном месте, в дикой чаще, что в лесу Хрустальной Песни. И ты ее наверняка помнишь. Помимо грибов, там есть сатиры, кристаллизовавшиеся дриады и прочие удивительные вещи, которые плохо сочетаются с долголетием простого обывателя. Так, такие дела, собери зачарованные грибы и отнеси их заказчику. Так, вот это выполняется. Зачарованные грибы мы достаем, короче, под Долораном. Забираем все остатки в Острогорье с каких-то там апексистых камнедеров. И вот идем в Долоран. Короче, мы идем в Долоран сейчас. Все, мы идем в Долоран и делаем дела. Пофигу, я выполню, я посмотрю. Я стример, я хочу это посмотреть. Вот, какой контент нам дали Сирус. Сирус старались, Сирус, ну ладно, я не знаю, кто там старался, но они сделали этот контент, им нужно было его выпустить. Кстати, перезагрузка через 5 минут будет, что самое интересное. Вот так вот, так вот. Как бы, ну а что? Сделаем с перезагрузкой, со всем делом этим. Ну, кто-то же этот квест читал, правильно? Кто-то же это писал. Это писал Сирус. Вот, квесты на Офи, их писали близы. Это квесты уже самого Сируса. Вот. То есть ты, прочитав этот квест, можешь понять разницу между квестами Сируса и близами. Как бы разные люди это пишут, как бы. Разные люди, если вдуматься. Так что, как бы, можно их уважить, там ребята старались, как бы. Все-таки, может быть, даже не чужие люди, а счастье. Потому что вы играете на их сервере, как минимум. Так, Элисандра, где она? Элисандра ваша? Где костюмчик мой? Сверху, снизу? Шанди. Шанди? Что у тебя на Шанди? Стоит тут, смотри. Пальдес. А кто Элисандра? Ты Карандона. Подожди, кто мне нужен от Шанди? Щабели. У Чамили есть шикарный наряд какой-то. Церемониальный наряд и фриалов. За 280 золотых. Да? Мой затуп, ребята. Абсолютно мой. Все, вопросов нет. Такс. Следующий квест внизу. Так, это энты. Мне нужно грибы собирать. Грибы собираются не с энтов, вроде бы. Грибы собираются... Вот гриб. Мне его надо собрать конкретно. Поэтому вот как-то так. Откуда по мне урон прошел? Магический урон. Так что ладно. Вот, плюс грибы. Тоже в Долоран сдать. И в Острогорье надо попасть, у меня получается. В Острогорье. У меня сейчас сервак перезагрузится, кстати. На момент кое-какой. Сейчас откатит, кстати, по-любому. Ребут прошел. Я пошел в Острогорье, ребятки. Шатрат полетели. Так, у меня есть экстрактор, правильно? Мне нужно моба завалить. Камнедера, конкретно. Этого камнедера. Иди сюда. Дворфом я своим тебя завалю. Завалим. Так, экстрактор. Как он работает? Надо выбрать таргет и высосать. Ну, в принципе, ротация на флилоке такая же абсолютно. Выбрать таргет и высосать полностью.
Ребят, у кого таргет также работает, плюс садите в чат. Только, ладно, не хочу шутить такую шутку. Не заходит под стрипчик, к сожалению. Блин, что у человека в голове было, когда он написал камнедер? Камни дерет. Камнедер. Ну и бредятина, конечно. А как мне быстрее всего упасть? А, в агрилу надо всего лишь, да? И все? А, так, кстати, мне же не надо. Я же, получается, сделал сейчас этот квест, и я могу спокойно телепортироваться в... Знаете, как я могу телепортироваться в Долоран? А вот так, ребят. Попаду. Камушек у меня КД. КД. Так что надо, надо ТП-каться. Эти кольцо 258 можно все-таки и надеть. Как бы оно не кусается. Ирасик, оно не кусается. Исправляем персонажа, попадаем в локацию наших любимых ренегатов, которые сейчас будут все уничтожать у нас. Ну-ка, надо точка сейф прописать еще. А, уже не надо, я же релогнулся. Да. Как бы... Ну, топ-75 получается людей. В любом случае, которые на данный момент имеют эту ачивку.